оставляем для семейного просмотра киноленту «Неуловимые мстители». Бывший гимназист Валерка, отчаянный и веселый Яшка Цыган, сироты Данька и его сестра Оксанка дают клятву внедриться в отряд атамана Бурнаша и отомстить всей его банде за смерть отца, брата и сестры. Под видом сына старого приятеля самого атамана, Данька все-таки проникает в отряд Бурнаша, но бандиты об этом узнают. Даньку ждет жестокая казнь, но ведь друзья для того и нужны, чтобы спасать в трудную минуту. Вот тут и начинаются самые главные события этой ленты. Удивительный фильм «Неуловимые мстители» предстает в виде настоящего вестерна, красивого и динамичного, с харизматичными и структурными персонажами. Это великолепное кино об обычных детях, которые своими поступками, своими делами и своей жизнью создают новый вектор движения всему существующему обществу. Это кино о молодых людях, героях, которые ради спасения своей родины жертвуют жизнью, несчастьем и молодостью. Без сомнения можно сказать, что героями того непростого времени являлись именно такие молодые люди, которых можно увидеть в этом фильме. Это народные спасители, народные герои и народное достояние, которое и увековечено в изумительном фильме, напоминающем по всем параметрам вестерн. Приятного просмотра!